Сегодня у нас на обзоре лейка для душа компании Hansgrohe, модель Pura Vida. Название сейчас будем вскрывать, смотреть подключение, как она выглядит и что вообще в комплектации. Вот, собственно, так вот у нас упаковали Light MF. Большой им за это респект. Они вот здесь положили такие... Не знаю, как назвать. Пупырки. Вот. Вот так вот вся коробка ими забита. Сейчас непосредственно уберем всю эту мишуру и посмотрим сам товар. Вот, собственно, у нас сама лейка Hansgrohe Axor серия. Вот ее модель. Hansgrohe Pura Vida HB1-285-57-30. Сделан во Франции. Хром, покрытие хромовое. Вот его код здесь указан. Вот так вот выглядит коробка. Вот сейчас мы будем открывать. Смотреть, что внутри у нас, как упаковано. Здесь больше никаких маркировок я не вижу. А вот здесь написано. Headquarters Hansgrohe. Сейчас откроем, посмотрим, что внутри. Ну вот, соответственно, сама вот лейка вот так вот выглядит. Вот у нее инструкция. Смотрим. Вот этот у нас модель такая 5730. Вот ее инструкция, соответственно. Как чего подключать. Какое давление воды. Температура. Что нельзя направлять в глаза. И нарисован грустный смайл. Но это, наверное, так понятно. Здесь что у нас? Ну, это как ее чистить, наверное, скорее всего, цитрусом. 10 минут, 20 миллиметров. А, это, наверное, погружать в жидкость. И, ну, через год или сколько использования, все равно накипь от воды плохой накапливается, и время от времени ее нужно чистить. Вот такая инструкция. Это мы посмотрели. Сейчас переходим к самому товару. А, непосредственно вот здесь еще есть у нас талисман от Hansgrohe. Это для установщиков. Это талисман Hansgrohe.com. Какой-то QR-код, непонятно для чего нужен. Ну, в дальнейшем посмотрим. Сейчас уже вот сам обзор. Лейка вот она так вот упакована. Цвета такого хром. Ну, говорят, написан черный. Сейчас посмотрим, как на самом деле. Это не белый цвет немножко. Как уже на деле будет, сейчас посмотрим. Ну вот, соответственно, так вот у нас выглядит сама лейка. Вот ее шифр. Вот так вот ее покрытие. Блестящее. Ух ты, здорово. Прям качество. Просто отменная. Несколько режимов здесь, насколько я знаю, здесь или 3, или 4 режима для душа разного, то есть в зависимости от того, как при желании пользователя можно по-разному включать режимы, переключать. Переключение идет кнопкой. Где здесь кнопка? Кнопки я не вижу. Где-то здесь должна быть. Вот она, кнопка. Ну, сейчас посмотрим непосредственно здесь, что у нас. Подключение вот здесь вот. И посмотрим. А здесь, собственно, все просто. Здесь был в комплекте уплотнительное кольцо, как мы видим. Была такая заглушка временная для транспортировки. И непосредственно сама уже резьба. 1,2 дюйма.
Вот она резьба. И мы уже подключаем непосредственно сюда шланг, тоже уже ранее приобретенный, тоже от Hans Grohe. И уже будет потом использование. Вот такой вот был сегодня обзор. Сегодня на обзоре была у нас лейка компании Hans Grohe, модели Pura Vida. И у нее шифр вот такой вот. 285 57 30. Вот так вот. Такой был обзор.